Ох ты! Даже в большинстве не можем лица. Спасибо. Да. А. Да. Юг. Иште. Ну. Когда это? А, нет.
не узнаю. Ну, папа с мамой работает, пока невозможно приехать на Сабантуй. А, нет, пока. Вечером будет только. Нет, по делам пока уехала. Ладно, скажу. Ой, хорошо. Ладно. Алло, привет. Слушай, короче, тут с деревни звонили. Спрашивают. Блин, да. Сейчас тебе телефон скину. С деревни звонили. Спрашивают, чем мы приехали с Сабантуй. Ну ладно, сейчас. Тебе скину телефон, ты номер. А, блин, такое имя. Походил бы Кашихан. Я сказал. Вот. Я сейчас тебе телефон дам. СМС-ку-то получил, но она мне не открывается. Я говорю, она мне не открывается. Алло. Thank you.
Бей! Блин, а. А мамы не было? Че, водопой? Мы шестером не можем. Давай, Макс! Эх. Конечно, этот момент за кадром остался. Я бы вышел бы. Я чё, блядь, я говорю,
работе каждый день. Мини-финансовый перемен. Сегодня подхожу к одному, на следующий день подхожу ко второму, на следующий день подхожу к четвертому. И у всех беру по 100-500 рублей. Все идут. И считай 15 человек. Когда с очереди до следующего доходит, они сгорят желание дать мне денег. Да. Все думают, а что ты с меня денег не берешь? Я вот случайно вот поездить в поле, но я сейчас не смогу ездить. Да. Губы большие, вообще нормально. Бей! Надо было раньше бить, а! Фобос играет с семером, блин. Мы даже ни одного гола не забили. Thank you.
он кому, а, Петрович? Ну не вышел же он. Как хорошо, что нет Тимура сегодня. Он сыграет, и все будет.
Вот. Наконец-то первый гол. Спустя где-то на 30-й уже минут, что ли, если не ошибаюсь. Не было! Вот... Ну не было, вот этот стоял! Как раз-таки. Снимаю. Окей. Всё лишь. Надо к набору, надо к набору, трое весело влезть. Съебись, экран заебал, нахуй. Нет, чё?
личного, я о нем знаю все, а он помнит. Эх, Серега! По 35 до минут. Это нечестно, Ленар! Я не писал, реально! Да. Добрый день. А? Нормально. Футбол снимаем. Ну. Спасибо. Да. Это еще не особо юбилей. Да я ж прикалываюсь. Нормально. Да нет, не особо. Хотел спросить, ты что там у тебя с дипломом? У меня нормально все. Давай. Пока.
Ну что тут смотреть-то, Может, еще хотя бы забьете, а? Давай, давай, Олег! Ах! Блин, а! Да, встать был, блядь, но... А встать свистом, блядь, он, блядь, пнул уже. Они мне с 3 метров не забили. Ну что за порнография устраивается, вратарь? Да что ж такое, а?
Марат, как так? Не забил-то? Как? С трех метров? А свистнул он после того, как ты ударил. Так что ты мне не лечи. Ты. Ты видел, ты видел. С трех метров, блядь, ты не забил. Я понял, что ты мне скажешь. Да, там оставил. Да. Свистнул он после того, как мы там сбили. Просто не настроишься. Нет, 1-0 уже, уже не проиграли. Ты же понимаешь, а? Забили? Ты же понимаешь, что с моего игры можно было 10 секунд делать. А вот ты подознательный, ты так не можешь. Посмотри, вот. Мы шестером играют лучше. Стоят в защите. Все. Блять, ну это игра, что ли? Вот, правильно не бегают, у нас теперь погибят. Правильно делают. И к нему претензий нету. Они семером играют, блядь. Семером, да, шестером. Блять, четыре нету. Я знаю, я не успел сделать корю. Ты что, подсолнечное масло не снял? Есть, я корю же не успел сделать. Я тебе на день рождения пойду куплю литр, блядь, целый. Купай. На следующую игру я, блядь, бутылку принесу. Сама, сходи, купи нерафинированного еще, чтобы пахучее было. Я тебе сейчас дам. Магазин. БХТЛ рядом. Алло. А? Я пока нет. Ну? Гол. А. Вот так, да? А я как переделаю? Есть только ей звонить, спрашивать. Это не ко мне вопросы. Ленарчик! Ну я только. Если буду, то в 3 часа дома. Если я и буду дома, только в 3 часа. Примерно. У вас есть эта электронная почта? Может быть, вы ей сами скинете электронную почту, она вам скинет на электронную почту. Потом перекинете. Ну ладно, посмотрим. Ладно. Ну проще... Ладно, это насчет этого, да, звоните ей, потому что я не знаю ничего. Баллы игроков разобрали, да, блядь? Срезал! Нафига так играть, а? Дай форму. Thank you.
Блин, а! Они уплавали?
говорю! Забыли внести. У нас первый Тоша забил, а второй? Он же. А почему не 12-0 сейчас? Thank you.
Еще 8 минут осталось. Еще примерно 8 минут осталось. Ох.